Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstart.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальные костюмы для аниматоров. Это костюм Фьока. У нас в интернет-магазине он бывает пока что в двух цветах. Это белый Фьок и Фьок радужный. Вот на видео вы можете видеть. Для сравнения мы вот так вот положили, чтобы вы видели, они вот в таком запечатанном виде. У нас приходит индивидуальная полиэтиленовая упаковка. Белый и радужный Фьок. Давайте мы сейчас рассмотрим один из них, например, радужного. Другое вы посмотрите в следующем видео. Вот так вот выглядит он в запечатанном виде. Вот такая вот довольно большая упаковочка. Упаковка может меняться. Сейчас упаковка такая вот. Удобная, с ручкой на молнии. Давайте рассмотрим его. Вот он сложенный такой, довольно объемный, сразу могу предупредить. Ну и такой тяжеленький. Визитка нашего интернет-магазина в товаре Grandstart.ru. На ней вы сможете найти интересующую вас информацию. Вот. И давайте посмотрим сам костюм, из чего он состоит и как он выглядит. Значит, в комплект у нас входит кофточка с головным убором. Она уже здесь пришит, головной убор у нас. Посмотрите, вот такая вот кофточка трикотажная. Такого желтенького цвета. Тянется у нас здесь все. Вот так все аккуратненько прошито, прострочено. Вот так вот здесь выглядит. Тянущийся материал. Посередине он идет на молнию. У нас кофточка на молнии, расстегивается. Длинные рукавчики. Дальше сверху у нас одевается капюшончик такой вот, как бы для головы. Посмотрите, вот так вот это выглядит. И вот такой вот цветной головной убор. Радужный Фьок это называется. Смотрите, разные цвета. И красный, желтый, зеленый, синий. Все цвета радуги. Такой вот головной убор. Довольно объемный. Далее в комплект у нас входят гетры, гольфы. Можете их назвать как вам больше удобно. Вот такого вот фиолетового цвета с сиреневым переливом. На ножках у нас резинка идет. Можете видеть, как она красиво переливается. Посмотрите, ткань качественная, все тянется. По ноге будет хорошо сидеть. Внизу вот так вот, такие вот, как у ритус сделаны. Вот так вот выглядит это. То есть не падает с ножки. Такие вот гольфики, гетры в комплекте. Далее в комплект у нас входит имитация обуви. Вот такие ярко-розового цвета. Имитация обуви. Ботиночки, тут подошва у нас идет гладенькая. Она довольно плотная, то есть можно носить как на улице, так и в помещении. Ботинки объемные, большие, посмотрите. Внутри у нас идет резинка, то есть вы сюда вставляете свою ножку, и как бы ботинки с вас не упадут. Такие вот большие ботиночки удобные. И самое главное, конечно же, это у нас сама туничка. Вот так, как платьице, можно сказать. Вот такой вот объемный костюм Фьока. Вот смотрите, какой он цветной. У нас как елочка идет. Разного цвета. Красный, желтый, зеленый, синий, розовый. Здесь без рукавов. Прорези для рук здесь. Так вот это выглядит. Здесь просто у нас по шее идет на пуговичку застегивается. Вот на пуговичку и все. То есть просто через голову одеваете, как платьице, как туничку можно назвать. Он универсальный, подходит для мужчин и для женщин. Очень популярный сейчас среди аниматоров. Вот такой вот яркий цветной Фьок. Очень удобно носить, одевать. Смотрите, как все ярко. Внутри вот у нас сколько здесь много тканей, подкладки. Смотрите, вот так вот здесь все пришито качественно. Внутри просто обычный материал. И тоненький атлас такой. Весь костюм объемный. Так вот красиво это все выглядит. Здесь все расправляется. Можете посмотреть. Вот посмотрите, как красиво. Такая фатиновая сетка. Очень удобный.
Если вам понравился костюм Фьёка, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.